не ассистент и автор гола. Хорошо, на ком в команде Тудрот сейчас надо сфокусироваться? Давайте в первую очередь о новичках. Что скажете о новичках? Кто это? Это парень, центральный защитник, кличка Дуван. Ему дали сразу ребята. Это из Локомотива, центральный защитник. Очень понравился. Мне в основном, ребята говорят, что он был хороший, да, когда видели на просмотре. Но мне он понравился. Он быстрый. Крапивникова. Я только сейчас увидел. Сегодня первый раз после МКС. Первый раз его увидел. Сегодня разговор был непосредственно перед игрой. Да, будет тренироваться, будет играть. Будем смотреть, в какой форме. Пока у него травма. Пока у него травма, он наверняка рвался ведь на поле. Просил 25-30 минут. Ну и очень крупная, впечатляющая, со скандальчиками, шумная победа ФК. Реалити со счетом 6-0 над Ромой. Ну что, выходят на поле игроки и судейская бригада. О ней тоже поговорим. Главный арбитр Максим Зобов, Святослав Спирин, его ассистент, и Нина Зобова, тоже на бровке. И Александр Филимонов, вчера работавших в качестве главного арбитра, он сегодня резервный, но потихонечку привыкаем и к нашим арбитрам, потому что они тоже часть всего этого шоу. Так, подача. Мягкая на ближнюю штангу! Ой-ой-ой! Есть ли гол? Есть ли гол? Гол зафиксирован. 1-0 Тудро! Отличное исполнение стандарта. Итак, решение. Гол засчитан. 1-0 Тудро в деле. Какой? Сейчас фифу свежую. И так, Эд берет разбег и попадает кому-то, прозвенело. Да, у него была роль в фильме «Один из молчаливых мужчин». Да. Так что как раз-таки достаточно ребят из этого фильма, которые тренировались, насколько я понимаю, и в этом плане тоже какую-то ценность имеют. Ну вот подача на дальнюю штангу. Я могу отключаться. Да, что это было за решение? Решение такое общее, скажем так, отцов команды? Или все-таки Викторович решил, что вот надо вас сразу поставить? Как это было? Мы в тандемчике с Викторовичем работаем. То есть мы им объяснили все-таки, что так как это футбольная медиалига, это тем более первый тур. Вот я не понимаю, вчера на спорте, зачем вы выпускаете, так же играете на этот гребаный результат, когда вот это первый тур, вам надо показать эти краски, показать шоу, а все играют на этот результат. Кому это нафиг надо? Лиг, мне кажется, за этим большие перспективы. Давай, напоследок забьем. Так, вот он момент, выход 1-1. И круто играет голкипер, несмотря на то, что он уже в полулежащем, может быть, да. Вот он получил эту передачу, момент! И еще одно спасение! Не каждый друг друга в лицо знает, вот он момент! И 2-0! Отличный удар со второй попытки! Влад Карат делает счет 2-0. Предыдущий момент он не реализовал, но здесь перед ним и были ворота открыты, хорошая обработка и классный удар. Загнал себя в угол, уже нужна передача. Рощин обыгрывает соперника, еще одного обыграл, пас и надо забивать. Супер шанс у ФК Арт, надо забивать. Шикарно отыграл здесь в этом эпизоде Рощин, катки отсюда. Погнали. Рощин. Высоко. И, честно говоря, даже если бы он этот мяч направил в ворота, я думаю, вратарь был бы готов. Контратака опасная. Выход 1-1. Мимо. Или все-таки был офсайд? Не было положения вне игры. Смотрим повтор. Там, кстати, запас. Не было никакого офсайда. И просто не получился удар, потому что последний момент Ливана накрыл защитник ФК Арт, Тимошенко, защитник в Тудроц. И еще один момент. Слушайте, Исаенко. Далеко не все приехали, в том числе звезды. Опять подача там в сторону Адемсан. И удар с лету классно. Положение. К корпусу надо возвращаться, потому что пошла контратака у Тудроца. Подача! Гол! 3-0! Великолепная контратака, идеальный пас, как и тот, что перевел мяч на фланг, так и передача, которая стала непосредственно голевой. Ну а завершение от Кутуза, просто как в челленджах, когда те самые, не зря частенько челленджи ребята проводят с различными ударами, в том числе после фланговых подач. Посмотрите,
ну дыра в обороне, никто здесь не успевал. И готовится к штрафному Эйтан. И подача классная была, мяч остается в поле. Момент ли удара? Воу! И опять Сид мог здесь стать автором гола. Аккуратно покатил. Вот опять же стандартное положение. Сид и обработал. И посмотрите, как вовремя он рассмотрел. Но все-таки атака есть. Момент у ФК Арт надо отдать. И какая же плохая. Сид обработает, нет. Очень тяжелый мяч. И все равно достал. Мне кажется, один из лучших во втором тайме у команды. Сида, мы знаешь, как заметили? В провальной игре Динамо против Амкала. Вот он выделялся. И я ему сразу написал, потому что он брал игру на себя. Я ему говорю: Сид, а пора брать реванш. Приходи в Тудроц, и вот он в команде. Да, и он уже стал автором голевой передачи. В другом эпизоде на МПП классно сыграл. Слушай, ну у вас резервы глубокие, да? Потому что, получается, почти там на 100% состав поменялся, да? У нас еще, знаешь, в чем фишка? У нас подросли наши молодые ребята. То есть Лоськов, он уже готов играть вот весь тайм. И тренер ему доверяет. Ромео как пробил девятку. Ромео как пробил девятку. Хорошо. Ну и давай, наверное... Да, ну... да, да, да. Серьезно? Классное решение, кстати, арбитра. Обрати внимание, какая позиция была у арбитра. Он вообще находился в метре буквально. Вот он, оп, и удар. Опа. По ахиллу. Ну да. Да, это пенальти. Да, правило нарушено. Но я надеюсь, что он стащит сейчас. Должен. 100%, я уверен. Давай, Алан. Денис Гудаев, я так понимаю, он сфалил. Бруно, и Алексей Чичукевич, который заработал этот пенальти. По сути, президент, какой глава команды был? Против... Да, против Алана. Алан. Ой, Алан. На комментаторские болельщики тут рот забрались. Давай, нормально, давай. Нормально. Ну, давай, Леша, Алан, на опыте, тащи, разбег. И... Да! Хорош, Алан! Мы сегодня на нуле писали, на нуле. А, гол был? Мне показалось, штанга. Штанга валяется. А, гол, блин. Партнеров на поле вы также видите, да, как моменты голевые? Я смотрю, разобрались, ребята. Не видно, ничего страшного. Итак, первый исторический гол ФК Арт на этом. Мужики выходят уже какой год, там нормально борются. Кутуз! И Сева! Момент! И Сева в дебюте за гол забивает. 4-1. Так. Не отменен ли там гол? Да некуда. Все, да, до свидания. Дание можно отдать. Будет ли подача с левой? Классный замах. Можно и пробить. Серия финтов на себя, под себя. Пора забивать. И Кутуз. Полный порядок со стандартами. У младшего тоже окей. Еще один голевой момент. Здесь нужно классное вращение. Рощин. Подача высокая. Блоками выбивает. И Чичукевич накрывает. Как серьезное нарушение правил, как повод для пенальти. Еще одна подача. В центр штрафной момент и гол! 3-2! Добрый вечер! Чичукевич оформляет дубль на стандарте. Серия этих стандартов. Мы пошли. Понятно, что достаточно ошибок. Но вот момент. Удар! Штанга! Классная попадание. Пустые! И мимо! Ужас! Дима! Как он не попал! Как он не попал? Дмитрий Григорьев ошибается на выходе Алла. Когда при обороне... Абсолютно были пустые ворота. И вроде бы его там никто не поддушивал, не поддавливал. Вот этот самый газон. Ну как он пробил? С внешней, по-моему...